Ми продовжуємо і дійсно сьогодні проводимо інформування з різноманітних тем. І наступна інформація – це саме про грип. Через грип в Україні померло 25 осіб. Це від початку епідсезону, від 1 жовтня. Відтоді вже перехворіло 2 мільйони 200 тисяч українців. Такі дані оприлюднили у МОЗі. Причина всіх летальних випадків – пневмонія, що стала наслідком занедужання на грип. Найбільша кількість летальних випадків зареєстровано в таких областях, як Одеській області – це 15 осіб, в Вінницькій області офіційно 7 осіб, Харківській – 1 особа та у місті Києві – 2 особи. Отож, дорогі друзі, будьте пильні до свого здоров'я. Ну, а ми зараз вже переходимо до спілкування із нашою гостею, яка завітала до студії. Отож, я рада представити нашу шановну гостю Любов Качаліна. Вона обласний дитячий інфекціоніст, а також завідуючий відділенням номер 3 обласної дитячої інфекційної лікарні. Вітаємо вас. Раді, що завітали до нашої студії, тим паче, що тема така гаряча і якраз зараз вона актуальна. Зараз повсюди у СМІ кажуть про пандемію грипу, що це або пандемія, або сезонне захворювання вже планове. У нас перше питання, чи є пандемія у Миколаєві? Добрый день, уважаемые телезрители. Значит, хочу сказать, что паники быть не должно. Пока никакой пандемии у нас нет. Есть повышение заболеваемости сезонное, такое же, как и в прошлом году. Причем без повышения пороговых показателей. То есть, как обычная ситуация, прошлые годы и так точно в этом году. Заболеваемость есть, конечно. Хочу сказать, что в основном сейчас у нас аденовирусная инфекция. То, что мы вот обследовали деток, парагрипп и грипп. Грипп А, это причем штамм H1N1. Вы уже слышали об этом штамме. Вы помните, была вспышка заболеваемости 2009-2010 года. Короче, того року это была действительно паника, люди боялись. Да, да. И шли чутки про то, что дуже багато смертности, дивчись на то, что смертность была не такой высокой. Конечно, конечно. Значит, хочу сказать, что ситуация в Николаеве абсолютно пока спокойная. Заболеваемость есть, но это обычная, ординарная ситуация. Вот. Хочу сказать, что выделяется вот этот вирус H1N1, который был в 2009-2010 году. Чем он отличается? Ну, вы уже читали, конечно, его называют калифорнийский грипп или же свиной, птичий. Почему? Потому что вы знаете, что каждый год вирус гриппа проходит мутацию, да, генную. И он мутировал как в человеческом организме, птице, животном, в данном случае свинье. Поэтому вот такой штамм H1N1. Калифорнийский мы его еще называем. Называем грипп, сезонный грипп, грипп А. В чем же его особенность? Ось, да? Хотелось бы узнать его особенности, чем он отличается от обычного гриппа, до которого мы все привыкли, кого мы уже не боимся. Так, да. Ну, в общем-то, грипп А отличается тем, в частности, H1N1, что он дает осложнение и может тяжело протекать. Ну, как любой грипп, может легкое, среднее, тяжелое, тяжелое. Но этот грипп, особенность его, что он поражает, чаще всего осложнение дает пневмонии. Поражение легких. Как его можно попередить? И как почувствовать, что в тебе не обычный грипп, а действительно калифорнийский? Значит, особенность этого гриппа. Острое начало заболевания, мы знаем, этиология – это вирус, да, передается воздушно-капельный путь передачи. Конечно же, грязные руки здесь тоже имеют значение. Вот, поэтому, если вы пришли с общественного места, там, транспорта и так далее, домой вы должны прийти, помыть руки обязательно два раза под проточной водой, мыльным раствором, умыться, слизистые носа, ротоглотку промыть обязательно, потому что это основные места локализации, там, где проникает этот вирус. В чем особенно? Значит, я уже сказала, вызывает, поэтому если вы заболели, почувствовали недомогание, острое начало, температура высокая чаще всего, 39-40 температура, головная боль, явление интоксикации, это головная боль, слабость, сонливость, мышечные боли, суставные боли, ломота такая вот больной ощущает, может быть даже рвота. И вот эти все основные симптомы, конечно же, нужно вызвать обязательно доктора, вы знаете, что центры первичной медико-санитарной допомоги сейчас у нас в городе, поэтому по месту жительства вы должны вызвать к себе доктора, если вы плохо себя чувствуете, конечно, вы должны вызвать скорую помощь и обратиться к врачу. Это каждого больного должен осмотреть специалист и решить уже вопрос, или вы будете лечиться дома, назначить лечение, или же стационарное лечение, то есть специалист уже решает ваше дальнейшее, так сказать, пребывание и лечение. Это, естественно,
уменьшить осложнение, исключить осложнение и быстрое выздоровление. Хотілося б наголосити на те, що деякі люди намагаються перейти грип, ходячи і не звертаючись до лікаря, цим самим вони ускладнюють і призводять до цих самих навіть летальних випадків. Конечно. І прежде всего, конечно, нужно постельный режим, нужно больно, чтобы отдыхал, и прежде всего изоляция больного нужна, потому что вирус распространяется, он способствует распространению вирусу и в транспорте, и на работе. Поэтому, если вы себя плохо почувствовали эти симптомы, конечно же, вы должны остаться дома. И домашняя изоляция обязательно. Если дома заболел, значит, желательно отдельная комната, чтобы была, отдельная посуда, отдельная постель. Угу. Вот, и один кто-то из семьи должен, так сказать, ухаживать за больным, там, маску одевать. Полной изоляции. Да, конечно же, маску одевать и руки мыть. Вышли оттуда, умылись обязательно, руки помыли хорошо, посуду отдельно помыли. И вот так вот обязательно, изоляция это обязательно. Иначе все члены семьи заболеют тут же. Влажная уборка, естественно, проветривание помещения. І це обов'язково ми говоримо про попередження саме грипу. Є міф, не міф, що пов'язка стерильна, яку одягаєш, вона на вулиці просто не потрібна, а якщо її не змінювати щогодини, то вона просто неефективна. Чи правда? Совершенно верно. В общем, считается до 2 часов. І ви должны уже это, иначе она уже маска становится источником инфекции. Угу. Поэтому ее нужно или выбросить, да, или вас. На ней вже більше, ніж повітря. Конечно, і ви вже тільки самі заражаєтесь і окружаючих заражаєте. Ну, какие же профилактические меры, хотелось бы сказать. Значит, не специфическая профилактика. Это, конечно же, тепло одеваться, особенно в холодный период времени. Это обязательно правильное питание. Белковая пища должна быть, и пища, богатая витаминами. Это клюпкиный морс, там, брусника, малина, калина, там, черноплодная рябина, пожалуйста, лимоны, апельсины, свежевыжатые соки. То есть пища должна быть витаминизированная прежде всего, правильная, сбалансированная. Вот. Ну и не забывайте, что грипп все-таки, препараты там специфические идут. В данном случае, конечно, врач вам, я не могу дать рекламу препаратов, но врач уже на месте решает, но есть противовирусные препараты, которые действуют на этот вирус гриппа, которые не действуют. Для калифорнийского гриппа необходимы определенные химиопрепараты, конечно же. Угу. Конечно, самый лучший – это Тамифлю считается препарат, и мы в 2009-2010 его получали централизованно. Хочу сказать, что он дал очень хороший эффект. И вот в нашей больнице лечились и беременные женщины до 18 лет мы принимаем, а уже старше 18 беременные идут в взрослую инфекционную больницу. То скажем так, чтобы не витрачати зайвих коштів, краще проконсультуватися з професіоналом. Конечно, совершенно верно. И врач уже решает. У детей там и орбидол, и анаферон, и так далее, и интерфероны капельные. То есть уже врач решает на месте, специалист, какое лучше вам назначить лечение. Ну и, конечно же, специфическая профилактика. Специфическая профилактика практика – это, конечно же, вакцинация, вы знаете. До речі, зараз її ще можна зробити, цю вакцинацію? Ну, в идеальном случае, конечно, считается лучше за месяц, за полтора до повышения вот такого вот эпидсезона. Тогда вырабатываются антитела. Но в данном случае организация ВОЗ все-таки рекомендует и уже сезонное повышение заболеваний тоже прививаться. Если вы не в контакте, если вы не больны, то лучше привиться, сделать вакцину, и в течение где-то 2 недель у вас уже выработается специфическая, так сказать, а чем загрожує людині, яка хвора, але не відчуває цього вірусу в собі, якщо вона прийме вакцинацію? Тому що я почула, що ви сказали, якщо ви не хворі. Ну, значить, осмотр врача должен быть. Прежде чем вакцинироваться, ви должны посоветоваться с врачом, какую вакцину вам лучше. Их дать вакцину сейчас в настоящее время. Но хочу сейчас сказать, что и вакцинный материал сейчас в дефиците. Его практически нет. Ну, может быть, в аптеках, если. Вот. А так вообще в дефиците он. И мы должны были получить этот препарат, и мы сами должны были прививаться. Мы в этом году мы остались непривиты. Ну, уже кто смог, тот привился. Так что вот так вот. Ви обласний дитячий інфекціоніст, да. Як діти, дітлахи переживають цей грип, переносять на собі, тому що, я думаю, що дітям набагато важче його. Так, і взагалі для конечно. Батьків я не уявляю, як це, якщо маленькі конечно. Взагалі дітки, то це не конечно. Грибно. Значить, звісно ж, ми діток смотримо, і, звісно, краще госпіталізувати, якщо тяжелое, особливо течение, висока температура, тому що я говорю, що дає тяжелое осложнення, і чаще всего це пневмонія. И причем очень тяжело протекающий, этот штамм вызывает очень тяжело протекающую пневмонию кислородозависимую, потому что поражаются интестинальные ткани и
мембраны альвеол, то есть эти дети очень часто в тяжелых состояниях требуют длительной вентиляции, искусственной вентиляции легких и, в общем-то, длительного лечения. Осложнения очень серьезные бывают. И, конечно же, лечением этих больных, если острый период инфекционный, занимается инфекционист, если уже после 7-го дня, когда уже больной считается неконтагиозным, в пульмонологических отделениях лечатся, и по необходимости, конечно же, реанимационное отделение. То есть должен заниматься этими больные специалисты, в общем-то, высокого уровня, потому что это очень сложные больные. Кроме того, пневмония и нейротоксикозы могут возникать с тяжелыми отеками мозга, судорожные синдромы, геморрагические кровоизлияния. Поэтому эти больные очень серьезные. ДВС-синдромы. Поэтому лучше предупредить. И поэтому, если у вас возникли такие симптомы, как я уже говорила, лучше сразу обратиться к врачу и решить вопрос. Или вы будете амбулаторно лечиться и наблюдаться доктором, или же стационарное лечение. И особенно детей поражает, конечно же, детей. Очень тяжело протекает люди пожилого возраста, тяжелые, особенно группа риска – это, конечно же, беременные женщины. Поэтому они обязательно госпитализируются, лечатся и наблюдаются. Вы сказали, что вы проводите лікування вагітних. Да. Наскільки я знаю, у них, по-перше, лікування дуже особливе і специфічне. Конечно, по-друге, совершенно верно. Як це впливає на дитину, яка знаходиться в середині? Ну, вот и наша задача, чтобы вылечить больную, вовремя госпитализировать, вылечить, и чтобы плод не пострадал. Для этого нужно, чем раньше госпитализация, тем лучше тобто, и для матери, и для ребенка. Есть возможность, что протекание вагитности потом будет проходить конечно, нормально, но ну, вот, я хочу сказать, вот этот эпидсезон 2009-2010 у нас прошел гладкий, в общем-то, смертных случаев у нас не было. У нас было много и беременных до 18 лет. То есть дети рожают сейчас детей, увы, но у нас они лечатся, так по приказу. А после 18 лет уже взрослая инфекционная больница лечит. И хочу сказать, что существует группа риска, которая обязательно должна ежегодно вакцинироваться. Что это? Кто входит до этой группы риска? Значит, до этой группы риска ходят больные с хроническими заболеванием дыхательной системы, с заболеванием крови обязательно, заболеванием хронических почек, с пороками сердца, с нарушением гемодинамики. Конечно же, ВИЧ-инфицированные, конечно же, дети в коллективах, там, где скученность идет, изолированные коллективы. Конечно же, больные, которые получают аспирин, по необходимости, и иммуносупрессорную терапию, онкологические больные, конечно, они обязательно должны вакцинироваться. Тобто люди, які да, потому что риск очень большой, если заражение, то может быть летальний исход. Поэтому обязательно эти должны. Хотелось бы задать час, на жаль, не ходить до конца, но последнее питанечко. Как сберегти власну дитину, когда она идет до садочку, потому что там дійсно не встиг вакцинувати дитину, в коллективе дуже багато. Як забезпечити цю безпеку. Так. Значит, конечно же, за это отвечает в детском саду и медсестра, и там же и врачи, да. Значит, больной ребенок не должен идти в детский сад. И вот это очень должно смотреться за этим персоналом, обязательно медработники. Если каждая мама должна смотреть за своим ребенком. Если появилась температура, недомогание, ребенок жалуется на головную боль, конечно же, этого ребенка надо оставить дома. Понимаете, как? Ну и питание, я сказала, не специфическая профилактика. Прочевание. И химиотерапия, противовирусная терапия. Детям тоже с профилактической целью назначается. Оксалиновая мазь, даже вы знаете, смазывать слизистые носоглотки, это тоже предохраняет. Гигиена прежде всего, мытье. Ну и то, что полюбляют дети, да, это да. Побольше витаминов. Совершенно верно. Витамины, правильное питание сбалансированное и богатые витаминами. Вот это самое главное. Мы дякуем вам за то, что сегодня завітали. Я нагадую, что до нас сегодня завітала главный дитячий инфекционист Любов Качаліна. Мы дякуємо вам за дійсно корисну інформацію. Сподіваємося, що її почули усі люди Миколаївського і батьків, у яких є маленькі діти, тому що при грипі необхідно вартувати дуже ретельно. Так, дійсно, тому що розуміємо, що вас чекають уже пацієнти, да, тому да, відпускаємо да. вас.